Всем добрый день, кто смотрит это видео. Сейчас снимаю пассифлору, видовую пассифлору Нефродес для Елены. Значит, у меня стояли несколько готовых черенков. Сейчас все забирают. Вот так уже выросли. Видите, несколько точек роста требует подвязывания. Давайте корневую тоже покажу. Такая уже корневая, видите, уже прям очень-очень-очень-очень все разрослось. Так, ну что, она у меня уже процвела двумя цветками. Дальше уже цветение будет зависеть от вас. К формированию бутонов она готова. Сейчас нужно будет просто ее правильно поливать и обязательно, чтобы она получала хорошее освещение. Желательно солнце немножко, хотя бы часа два в день. Это будет достаточно для формирования новых бутонов. Вот видите, новые росты. Прям несколько и нескольких точек. И вот здесь тоже, кстати, она формирует. Ну, вот такая вот у меня красота. Для тех, кто желает пассифлору Нефродес приобрести, дальше уже только, скорее всего, ну, я имею в виду в ближайшее время, пока по предзаказу, если кому-то очень хочется. И немножко попозже я буду снова резать свою и укоренять. Будут еще черенки, но когда я нарежу, я пока обещать не могу. То есть моя сейчас немного подрастет, и я думаю, что я ее начеренкую, и снова будут молодые растения готовы. Ну, если кому-то прям побыстрее хочется, могу сделать парочку на заказ. В общем, пишите, кто заинтересовался. Будем работать. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. Да, требует подвязывания, да, я уже сказала. Вот еще там маленький рост. В общем, у нее полно новых ростов. Обязательно ее подвяжите, Елена. И пусть вас радует своими великолепными ароматными листьями. Они у нее тоже имеют такой специфический аромат. И прекрасными пушистыми розовыми цветочками. Все, друзья, всем спасибо за просмотр. И пока-пока.